Ученые Казахстана и Азербайджана обсудили роль инноваций в развитии экономики. Представили Казахстан на конференции сотрудники Института экономических исследований и Центра государственно-частного партнерства. Говоря об экономике нашей страны, эксперты отметили долгосрочные цели развития энергетического рынка Казахстана в условиях глобальной неопределенности и господдержку бизнеса. По мнению ученых, в нынешний технологический период создание промышленных зон на основе инноваций является необходимым фактором в диверсификации экономики. При этом государство оказывает необходимую помощь бизнесменам, предоставляя им льготы на различные налоги. Считаю, что инновация в экономике – это главный фактор развития в современных условиях. Не только рынок управляет экономикой. Экономикой управляет не только деньги. Экономикой управляет мозг людей. Умственный фактор экономического развития. В связи с этим многие эксперты из Азербайджана, из Казахстана нашли общий язык и создали совместную работу по развитию сектора управленческой экономики. Для обеспечения импортозамещения, повышения конкурентоспособности, диверсификации экономики, создание промышленных зон имеет важное значение. Таким путем создаются новые промышленные предприятия на основе инновационных технологий. Эти процессы при поддержке государства позволяют формировать инновативное предпринимательство. И в этом активную роль играют ученые, университеты и промышленники.